Я хотела ее растянуть. Надо нарезать пошире дом. Не знаю, у меня не рвалось, я все. Может быть, тут слышно даже вон в деревне, там кто-нибудь, соседи ругается. Да не. А не, кто-то гав... это, кто-то там разговаривает. А я ходил, там не было никого. Ну там костры, там вечером кто-то приходит постоянно. А, новая запись как раз под костер началась. Вот он сам себе придумывает, когда заканчивает. Что-то я в настройках не видел такого, что там нужно было настраивать. Мы когда с Максом ходили, костер развели, оказывается, алюминиевые банки прогорают полностью. Не сгорают, закладывают. Тут можно тогда эти все склянки тут пособирать, да зажигать. И бутылки стеклянные, если хороший костер сгорает. Ну бутылки надо водой тушить, чтобы они рассыпались. Не так сейчас лопают. Они потом, ну, как плавиться начинают. Даже вон, как делали такие. Костер накидаешь, будто мощь. Какой-нибудь красивый кусок выбить. Да я плавил в детстве бутылки. А если их водой обольешь, они то они ходят. Это ударишь, они в этот песочек. Ну, на мелкие куски высыпают. А, без осколков. Угу. Тут аурочку надо в укенить, она не лезет. Длинный корень. А это, да, прикольно? 9 метров и даже метра нет в походном. Я уже говорил, но ноги не были. Чистюля? Ну и чего ты? Тащи, тащи! Что делать, блин? Отойди! Смотри, пустые вверху. Смотри. Что там? А по что? Ну что ты издеваешься, что ли, такое кушка? Да ладно. Ну так я просто не увидела. Ты не его. Сильно поранил его? Можешь отпустить. Игла. Компромат. Мы берем все, потому что у нас 3 часа и 2 окуня. Окуня. Ну, птицы на работе. Для нас это окунь. Птица кормящая, кстати. И у соседки тоже. Вон, снимай. Что, еще кинем? Она вот так, на взгляд... Ну, чевряк есть? Слышишь? На взгляд большая кажется, а сюда смотришь, точка просто. А потом на экране посмотришь. А, ну может быть. Сегодня можно припоздниться, сейчас пойдем, даже стемнеет, будет светло. Ну да. Через неделю в Мурманске солнце перестанет садиться. И, ну и в Оркуте тоже. Ну это ненадолго. Недели две оно так катается. Нет, поболее. Ну, в смысле, неделю до 21-го и неделю после 21-го. Не считай. 2 недели. Нет, в Оркуте поболее. Не, я не считал, я просто так навскидку говорю. Примерно. Вот сейчас там в Оркуте уже оно край, ну, виден постоянно. Вот в это время, в июне. Когда с вами тоже Саш, у вас же окна вот, помнишь, Марин, окна были на север все, обе комнаты на север были. Не, когда падало солнце, оно как раз в этот, в зал и в ночью оно светило в зал и в вашу комнату.
А утром в это в кухне долбил ее. А зимой всегда была ночью. Всегда. И даже даже выйти из окна не можно было никак. Эвакуироваться через кухню было невозможно. Если только со второго этажа. Там, в принципе, ничего и светить неоткуда было. А, ну еще и полярную ночь есть. Не, Холмерью я не застал, а вот в Мурманске прям вообще никогда не расцветало. Просто посмеркалось немножко, да, вот так и обратно. Часов 9 расцветет, и в 12 уже начинает. Все ходят в декабре такие вареные, все такие полуснувшие. Я когда на шахте работал, не люблю. Вот я в 5 утра на работу уходил, сейчас подъем. Ну, шахта в Ниге. И вот света бьем. Это вода с ней такая классная. Я тебе греблю следующим. Рыбки отдать, тут рыбки пойдут. Да ну его нас. Скажи, себе колбасу нарезают, но не хлебом, тут прикармливают. Я видел за то, как он огурцы ел. Блин, а можно спросить, а где поплавок? Здесь рядом. Я же не так закидывала, так сказать. Хотел беспалево сейчас этот спасать сходить. Камера же снимает. У тебя ж не прямой эфир. А мне потом вырезать, а мне неохота вырезать, я хочу прям так запинать, да и все. Куда-нибудь в закрытый альбом. Я его все равно никто смотреть не будет. Хотя это, то, что мамку снимал, то, что она, это, 4 минуты, 8 человек с утра уже посмотрел, я вечером положил, 8 человек с утра посмотрел. И потом свое видео, я вот здесь тоже лазил и ходил, просто так, ну сам ничего не поймал, просто разговаривал, и тоже его закинул, и его тоже 8 человек посмотрел. Кто-то смотрит, да, ну то есть... Не, есть вот здесь, мне один пишет, я, говорит, это, работаю в Москве, все время в офисе, мне вообще не выдернуться никуда. Я, говорит, ну, по всем, по этим лазю, вот по таким видео, там, рыбалки, не рыбалки. А что тут на самом деле, вот, я вот иногда зайду, там, блогеры сидят, да, всякую хрень несут какую-то, и люди им, там, 5 рублей по 6 донатят, рублей, это донат, да. Донат называется. А у них там... По 2000, по 3000 подписчиков. Ну не по 2, но чтобы нормально жить, тебе нужно примерно ну, человек 40 тысяч подписчиков и просто живи в свое удовольствие. И главное, он главное не делает ничего, то, что ему не нравится. Он просто живет и все, да? Выходит, снимает. Ну хотя это тоже так, я бы не сказал, что совсем не труд его, да, постоянно следить. Мне просто, вы знаете, вот прикинь, ты на работу придешь с такой башкой, да? Да, ну мужики не поймут, да. Не, а сейчас уже народ потихоньку привыкает, вот есть это, я одного тракториста с Рязани смотрю, будни тракториста называется. Он у него уже 3 сезона там заснято полностью, за трактор, за посевную, мужики уже, он их там тоже подтягивает, и вы знаешь, ну уже на него никто не матерится, видимо там все предупреждены. Знаешь, у меня тут такой шарман, знаешь, все в нем находится? Дырка, и можно потом из другой дырки внизу штанины деньги вытаскивать? Нет, в нем, блядь, трава сухая. Вон, видишь? Надо козу завести. Да, и когда косишь, оно куда только... Не залазить. Просто порвался этот, ну, на колени, порвался, она
Короче, я отрубаю, замучишься заливать столько видео, да? Здесь встать хочу. Пойдем.